Михаил Мишустин пробыл с рабочим визитом в Республике Алтай весь день. Там он провел большое совещание с главами двух Алтаев. Наш регион активно пользуется федеральными программами. Однако одной из главных проблем по-прежнему остается качество воды в городах и селах. На сегодняшний день более 40% жителей получают воду из артезианских скважин, пробуренных еще в 70-80-х годах. Перебои есть с водоснабжением. Хотел попросить поддержки. Для того, чтобы сделать новые водозаборы, улучшить водоснабжение в всех населенных пунктах, где у нас наметились перебои, и поставить водонапорные башни. У нас есть план, это примерно 56 муниципалитетов. Если мы сейчас 200 миллионов рублей. По поводу воды, ну, конечно, это крайне важно, обязательно поможем, соответствующие получения мы дадим. И думаю, что это все реализуем в ближайшее время. Работы по бурению новых скважин начнут этой осенью. Это позволит улучшить водоснабжение для 84 тысяч жителей края. Но кроме проблем региона обсудили его достижения. В частности, затронули тему социально-экономического развития края. 3,5 года уже прошло реализации программы. Доложил председателю правительства о основных результатах, которые уже удалось достичь. В принципе, за 3 года с точки зрения наиболее крупных показателей создания рабочих мест и привлечения внебюджетных инвестиций, 5-летние планы мы уже выполнили, а 1,5 года работы еще есть впереди, поэтому, конечно, мы и выполним, и перевыполним те плановые задания и обязательства, которые в рамках этой программы край брал на себя. Но ключевой темой совещания стало развитие туризма на Алтае. Сейчас правительство России активно выделяет деньги на строительство модульных отелей. На поддержку таких проектов Алтайский край получил рекордную сумму – 945 миллионов рублей. Я в прошлом году впервые побывал вот в такой модульной конструкции на отдыхе. Это потрясающе, просто потрясающе. Никогда даже не представлял, что так просто, кстати, достаточно недорого, да, и экологично можно сделать возможность пребывания в местах, затронутых, так сказать, еще человечеством, где красиво, где природно. И, конечно, это не может не радовать тех многочисленных туристов, россиян, которые к вам приедут. В мае Виктор Томенко встретился с президентом по видеосвязи. Владимир Путин высоко оценил потенциал туристической отрасли Алтайского края и пообещал рассмотреть вопрос о выделении денег на новую аэродромную полосу и оборудование для аэропорта. А Михаил Мишустин заверил, что на развитие туризма в ближайшие 5 лет выделят 50 миллиардов рублей. Юлия Щепина, «День с толком».